Здравствуйте, дорогие телезрители, с вами я, Александр, это компания Import Moto. Давно у нас не слышали, давно мы не снимали крупные ролики. Как я и обещал в предыдущем выпуске, мы привезли порядка 60 машин, вывезли на сегодняшний день 46 автомобилей из Кореи. Большую часть автомобилей уже отдали клиентам. Нашим видеооператорам предоставлю срезки, как мы забирали автомобили из порта. Там будут автомобили, которые мы привезли в наличии. Мы отдавали сразу, просто вот автомобиль был на таможне, мы его сразу выкатывали и люди забирали. Но сегодня в нашем выпуске будут не только автомобили, которые мы привезли под заказ. В нашем выпуске сегодня вы увидите автомобили, которые у нас есть в наличии на продажу. То есть, если вы не хотите ждать, вы можете приехать и купить автомобили сразу у нас, которые стоят на стоянке. Ну что, начнем этот выпуск. И первый автомобиль, на который я хочу обратить внимание, это BMW X5 2021 года выпуска 30D. Автомобиль достаточно интересный, современный, в максималке синего такого цвета переливного на коричневом салоне. Трешка дизель, порядка там 260 лошадиных сил, едет очень хорошо, бодро, уже на новом салоне. И с пробегом там около 13 тысяч километров, салон сядем подробно посмотрим. Цена за такой автомобиль, покупали его с рук, автомобиль был в лизинге, его цена составила 7-700 миллионов рублей. Ну, если посмотреть, сколько они стоят вообще в России, в наличии, либо у дилеров, там, ну, 13 тысяч пробега, это минимальный пробег. Рассказы по поводу оптики, там, всех передней части автомобиля не буду, все и так этот автомобиль знают, поэтому давайте просто сразу перейдем в салон автомобиля. Ну что, по поводу автомобиля BMW X5 21 года, пробег автомобиля 13 753 километра, 21 год, кожаный полный мультируль с обилием кнопок, присутствует подогрев руля, присутствует память сидений, управление светом, новый уже современный вот этот селектор управления автоматом, такой хрусталик, очень интересно сделан. Включим заднюю скорость, присутствуют камеры кругового обзора, парктроники. На что еще бы я обратил внимание, это подогрев и вентиляция как водителя, так и пассажира. Коричневый салон в очень интересном исполнении, темная крыша, панорамная крыша, присутствует люк, ну достаточно интересно. Сзади присутствует климат-контроль и подогрев задних сидений. Ну и интересно, сделана еще вот эта вот панель, такая подсветочка идет и такую карбоновая, как вставка, наклейка, не знаю. Ну, очень интересно. За 7700, ну, это хорошая цена. В принципе, все, можно. Давайте перейдем к следующему автомобилю. Ну, и еще, что бы я хотел добавить, перед тем, как перейдем к следующему автомобилю. Мы снимаем краткие рилсы. Повторюсь, это такие автомобили, которые вот пригнали на базу. Клиент должен сейчас приехать забрать автомобиль, потому что 46 автомобилей было. Сейчас на парковке находится 11 автомобилей. Часть автомобилей раздали. Есть человек, который купил большую партию новых автомобилей. Мы на неделе, следующий выпуск будет, заедем тоже, отснимем их. Ну, все остальное у вас будут краткие рилсы. Что успели, ну, то покажем. Следующий автомобиль, Genesis GV70. Владимир, вам большой привет. Это хозяин Rexton Sport Hunt, который был у нас красного цвета. Засветился он у нас в двух роликах в сравнении с G4 и тоже был в небольшой съемке. GV70, 2021 год, 2,5 литра, турбо. Пробег автомобиля 5400 километров, комплектация предмаксимальная, нету камер кругового обзора, но автомобиль полностью на электроприводах. Цена за такой автомобиль 4 миллиона 650 тысяч рублей где-то вышло. С пробегом 5400, ну, можно сказать, это почти абсолютно новый автомобиль. Такие автомобили выпускаются с объемом двигателя 2,2 турбодизель, 2,5 турбобензин и их очень мало, есть еще 3,5 турбо, так же как GV80. Автомобили уже такие, мы уже автомобили показывали, были у нас на ютубе, поэтому давайте просто перейдем в салон, потому что очень интересно исполнение салона. Итак, по поводу Genesis GV70, что я бы хотел обратить внимание, на что по поводу исполнения салона.
Если обратить внимание, автомобиль зеленого цвета, и автомобиль также цвет салона также зеленый. Очень интересный достаточно. Вот просто садясь в этот автомобиль, именно в этот, ты сел, и вот просто все чистенько, все аккуратно. Пробег 5407 километров, ну, автомобиль реально новый. Кожаный полный мультируль, я со своим ростом 2 метра, ну, здесь сижу, можно сказать, развалившись. Присутствует память сидений, управление светом, система курсовой устойчивости, подогрев руля, адаптивный круиз-контроль, вентиляция и подогревы как водителя, так и пассажира. Управлять дисплеем можно как вручную сенсором. Очень удобно, ничто не зависает, не лагает. Также можно при помощи этого джойстика управлять. Ну и автомат такой в виде уже такого джойстика, очень удобного. Вообще, мое мнение, честно вам скажу, если кому интересно, что компания Genesis уже начинает обгонять такие автомобили, как BMW и Mercedes. Ценовая политика и функционал, качество отделки салона, качество самих автомобилей, ну, намного выше. И еще немаловажный фактор. С тем, что постоянно вводятся санкции, вводятся запреты на поставку запчастей, на поставку автомобилей. Через год-полтора вы просто не найдете себе запчасти на Mercedes, BMW, либо какого-то другого немца. Потому что завод под Москвой закрылся, автомобили из Европы сейчас тяжело привезти. Конечно, привозят, но это тяжело. Тем не менее, это уже какие-то ограничения. Через год-полтора будет это очень проблематично привезти. Поэтому... Дорогие зрители, если вы хотите покупать качественные, быстрые автомобили по типу Mercedes и BMW, обратите внимание на Genesis. А мы переходим к следующему автомобилю. Следующий автомобиль, который мы хотим показать, это Hyundai Santa Fe, 2018 год, комплектация Prestige. И рядом через один автомобиль стоит Hyundai Santa Fe, тоже 2.2 турбодизель, 4WD, 2020 год, только комплектация Inspiration. Автомобили очень пользуются спросом, но что самое интересное, что эти автомобили, так же как и Hyundai Palisade, на них корейцы поднимают цены, потому что русские, казахстанцы и киргизы очень сильно выкупают. Ну, как сами знаете, когда есть спрос, всегда повышается цена. Достаточно интересный автомобиль, 2.2 турбодизель, повторюсь, 8-ступенчатый автомат, 202 лошадиные силы, расход топлива 7-8 литров, ну, в принципе... Удачный, вот по сравнению с праворукими паркетниками, я считаю, что леворукие, те, которые можно сейчас привозить, намного интереснее, чем там какой-нибудь Subaru Forester взять или там X-Trail и так далее. Давайте перейдем в салон. Итак, Hyundai Santa Fe, 2018 год, пробег 89 710 километров. Что хочется обратить внимание, кожаный салон коричневого цвета, присутствуют подогревы и вентиляция как водителя, так и пассажира, подогрев руля, управление светом, блокировка межосевого дифференциала, кнопка открывания багажника, управление светом, память сидений, электропривод сидений как водителя, так и пассажира, кожаный полный мультируль. Но так как это комплектация Prestige, присутствует только камера заднего вида, ну и, конечно же, парктроники. У комплектации Inspiration камеры кругового обзора. Вот. Очень интересно, еще сделана крыша автомобиля, такая светлая алькантара. Очень приятно. Не вот этот вот дешевый материал, как на японских кроссоверах, а достаточно интересно. Вот. Ну, в принципе, все. Самое, что главное, что налог небольшой, расход топлива маленький, ну и цены куда ниже, чем они продаются в России. Перейдем к следующему автомобилю. Следующий автомобиль. Lexus RX450H. Левый руль. Гибрид 3,5 литра, что самое главное, комплектация F-Sport. За эти Лексусы, я бы сказал, в Корее просто идет полноценная война. Постоянно ездят агенты, смотрят Lexus, пока скидываем инспекцию нашим клиентам. Клиенты смотрят и говорят, одобряю, все, берем. Перезваниваем агентам, агенты говорят, все, забрали машину. Ну, конкретно на Lexus прям вообще, можно сказать, битва идет.
Очень интересный автомобиль. Цена автомобиля 4,5 миллиона рублей, несмотря на то, что комплектация спорт. Да, курс сейчас припал, он постоянно колеблется то вверх, то вниз. Ну, где-то можно такие автомобили именно в спорт покупать от 4 миллионов 300 тысяч рублей. Ну, и все, как всегда, от состояния, комплектации и пробега. Точнее, от состояния и пробега. Все знают этот автомобиль прекрасно, довольно-таки интересный. Поэтому предлагаю просто сразу перейти в салон, потому что Lexus все знают, это не последняя версия, сейчас в 22-м году вышла последняя модель, если привезем, то обязательно покажем, а сейчас мы перейдем в салон. Итак, Lexus RX450H, на что хочется обратить внимание, белого цвета на темном кожаном салоне, присутствует память сидений, электропривод, как водителя, так и пассажира, полный кожаный мультируль, кнопка открывания багажника, подогрев руля, управление светом, все системы безопасности, подогревы и вентиляция как водителя, так и пассажира, пробег автомобиля 61 801 км и камера заднего вида. Ну, что это? Это японский автомобиль, да? Это японский автомобиль с вот таким качеством, и за него хотят 4,5 миллиона, да? Это не Элька, это F-Sport. Ну и управление режимом езды. Темная крыша, темные стойки, панорама присутствует, люк. Ну, достаточно такой интересный автомобиль, но это все же японский. Я вот люблю что-нибудь из вот этого корейского, американского, европейского, потому что, ну, на Lexus'ах наездились уже правый, левый руль, можно сказать, одно и то же. Перейдем к следующему автомобилю. Следующий автомобиль, Руслан, тебе огромный привет. Lexus NX 300H, 18-й год, если я не ошибаюсь. Пробег там меньше 30 тысяч километров. Автомобиль в идеальном состоянии, в хорошем. Есть там подкрас, по-моему, по двум дверям. Такой легкий, незначительный. Корейцы очень щепетильный народ. Профессионально подходят к продаже автомобилей. То есть, если это брать японский рынок, там постоянно на аукционике всякие отметки А1, Б1, У1, там А4 и так далее, то корейцы, они при продаже автомобиля, они там полируют автомобили. Если есть какие-то замечания, они там подкрасят, все хорошо сделают. NX, так же как и RX, на них очень большой спрос, но их не так много осталось в Корее, и если осталось, это нужно будет еще поискать достойный, хороший вариант. Ну что, Lexus NX 300H, белого цвета, на черном салоне, кожаный полный мультируль с обилием кнопок, пробег автомобиля, как я говорил, меньше 30 тысяч, 28 809 километров. Камера заднего вида, автомобиль уже с новым джойстиком, присутствует вот это вот зеркало, не понимаю, для чего оно здесь, конечно. Вот, я к японским машинам, конечно, в последнее время с какой-то ненавистью отношусь. Присутствуют подогревы сидений, кожаный салон, ну, в принципе, ничего интересного. Эти автомобили уже и так все знают, просто решили его показать. Давайте дальше. Вот этот автомобиль стоит, по-моему, 3 миллиона 450 тысяч, да, 2 800. Вот иди вот сюда, вот смотри, вот функционал, да, вот это вот что за болт? Вот сними, вот что это за болт? Это нормально, да? Ну, это японское качество, да, и вот это что такое? Как и говорил, мы компания Import Moto, которая занимается привозом автомобиля не только с Кореи, но на данный момент из Японии и из Китая. Хотим вам показать Mazda CX-5, 18 год, 58 тысяч пробега, 2 литра, передний привод. Цена автомобиля вышла 1 450 000 рублей. Максимальная комплектация, присутствуют камеры кругового обзора и электропривод багажника. Перейдем дальше. Следующий автомобиль. Этот автомобиль, когда я в него сел, я на нем ехал, я просто схватился за голову. Мини Купер. 21 год. Пробег там 3000 километров, по-моему. 2 литра, турбо. Около там 300 лошадиных сил. Ну, что сказать. Ну, вот есть люди, которые не хотят BMW, а очень любят Мини Куперы. Ребят, если вы хотите эту машину, обязательно покупайте, вообще не оглядывайтесь ни на что. Эта машина, если вы любите погонять, вот серьезно, если вы любите погонять, эта машина будет наказывать всякие вэшки, там, Subaru, вот это вот все. Просто равных не будет. Она так едет, и еще если ей дать педаль в пол под отсечку, она еще отстреливает.
Мини Купер 2021 года с пробегом меньше 3000 километров, 2 литра турбо. Ну, кто знает, это дочерняя компания BMW. За 2021 год с таким пробегом цена там около 3 миллионов, 2 миллиона 950 тысяч рублей вышла. Вот. Достаточно интересный, быстрый, шустрый. Перейдем в салон. По поводу Мини Купера скажу сразу кратко и ясно. Этот автомобиль подарил нереальное количество эмоций. Первое, что бросилось в глаза, ну да, выкатили этот Мини Купер, ну, Мини Купер и Мини Купер. Садясь в автомобиль, ну, смотрите, полностью темный салон, такие красные вставки, матовые вставки, салон автомобиля из алькантары, выдвигающаяся вот эта вот вставка, очень интересно. Ну, да, это все механически делается, но все же, это круто, кайфово, приятно. Чтобы завести автомобиль, нужно как в самолете все на тумблерах. То есть завести, заглушить, люк открыть, тоже все на тумблерах. Прям, ну ты реально садишься, знаете, в истребитель. Сел в автомобиль, думаю, ну сейчас что, поеду. Включил дэшку. Ну, машина будет... Вот когда она будет проходная, будет очень интересно ее привезти. Это просто любители мини-куперов привез этот автомобиль. На что хочется обратить внимание. Слева управление светом, кожаные вставки, вставки под алькантару. Такой прям кожаный, приятный мультируль. Но сразу, когда берешься за этот руль, понимаешь, что это просто переделанный руль от BMW. Адаптивный круиз-контроль, управление звуком, аудиосистемой, присутствуют подогревы сидений. Здесь, если я не ошибаюсь, 10-ступенчатый автомат, отключение курсовой устойчивости, режимы спорт, мид и грин. Да. Пробег автомобиля 3868 километров, меньше 4000. Ну и за такую цену, ну это реально, это сумасшедшая машина. Очень круто, мощно. Хотел бы отдельно снять, но если привезем такой в наличие, мы отснимем и потестим ее. А пока перейдем дальше. Ну что, плавно мы переходим к автомобилям в наличии. Алексей, вам огромный привет. Kia Sorento поедет у нас в Кемеровскую область. Цена автомобиля 1 630 000 рублей. 2 литра, турбодизель, 4WD. Да, есть замечания по автомобилю, был подкрас по правой стороне, но тем не менее, пробег автомобиля, если я не ошибаюсь, 89 тысяч километров, 1 630 000, двушка, дизель, там расход 6-7 литров у этих автомобилей. Ну, покажите один японский там, вот, кроссовер какой-нибудь, который ест так же. Присутствует блокировка межосевого дифференциала. Автомобили вот эти вот с этими двигателями считаются вообще вечными, неубиваемые. Эти моторы миллионники, как у Toyota на 80-ке ставили. Эти моторы по 500 тысяч бегают вообще без проблем. Двушки, 2.2, дизель, идеальные автомобили. Присутствует камера заднего вида, темного цвета. Ну, такое, без люка, конечно, но достаточно такой... бюджетный автомобиль. Можно сказать, клиент сказал, что есть вот 1 600 000, мне нужна машина. Нашли на третий день, сразу же сделали инспекцию, купили. Клиент уже по фотографиям видел автомобиль, уже доволен, просто говорит: Александр, я даже поверить не мог, что вот 1 630 000 – 1 650 000 мы купим такой автомобиль. Давайте перейдем в салон и уже к автомобилям, которые есть в наличии. Автомобиль черного цвета на черном салоне, полный кожаный мультируль с обилием кнопок, слева управление светом, система курсовой устойчивости, пробег 91 943 километра. Вот. Памяти сидений нету, есть подогревы, вентиляция как водителя, так и пассажира, подогрев руля, водительское сиденье на электроприводе, автомат 8-ступенчатый, блокировка межосевого дифференциала и управлением режимами езды Eco, Comfort, Sport. Присутствует камера заднего вида. Ну, Леш, ну обрати внимание, ну машина 1 630 000 стоит, камера заднего вида, вот сними потом отдельно, вот Lexus и в сравнении. В принципе все, кожаный салон, вентиляция, обдувы, все есть, салон такой чистенький, не зачуханный, ну достаточно бюджетный автомобиль. Перейдем дальше.
мы плавно перешли к автомобилям, которые есть в наличии. Мы отдали два Рубикона, которые у нас были в наличии, но их ребята забрали, как я и сказал, прямо с порта сразу. Хозяева сразу поехали в лабораторию. Вот. Рубиконы стоили... Трехдверы стоило 3800 отдали, и пятидверы отдали за 4300. Вот. Kia Sorento. 18-й год. Пробег автомобиля 68 тысяч километров. В принципе, это такой же автомобиль, как и черный. Он уже продан. Буквально продали вчера. Цена автомобиля 1 950 000. Автомобиль в хорошем состоянии. Отполирован, нет украшенных деталей, покупали его по низкому курсу, долго везли. Да, кстати, еще хочу обратить внимание, едет у нас еще одна машина в наличии, Kia K7, и был выбор либо отправить нашу машину на продажу, либо отправить вот эту вот Kia Sorento, которая Алексея черного цвета. Конечно же, компания Import Moto приняла выбор в сторону клиента. И автомобиль Sorento уже находится здесь. И на следующей неделе, я думаю, через недельку-полторы клиент уже получит через транспортную компанию. Все быстро сделаем, отправим. И следующий автомобиль, который часто заказывают, мы привезли на продажу. Последний год, последний в предпоследнем кузове. SsangYong Rexton G4 2020 года выпуска в самой максимальной и в самой редкой комплектации. В редкой почему, объясню. Сейчас возьмем ключик. Обратите внимание на пороги. У автомобиля выдвигающиеся пороги, прям как, помните, мы привозили Lincoln Navigator из Америки. Также был с выдвигающимися порогами. Автомобиль на максималке, пробег автомобиля 4000 километров, ни одной крашеной детали. Мы сейчас перейдем в салон, вы увидите, что автомобиль еще сиденье, там, подголовники и все остальное, панель даже в пленке. И в конце я скажу цену за этот автомобиль. Rexton G4, 2020 год выпуска, пробег автомобиля 4248 километров. Зеленого цвета, на рыжем салоне. Салон еще вот, это не мы накинули, это он такой пришел из Кореи. Присутствует вентиляция, подогревы, как водителя, так и пассажира. Подогрев руля, кожаный полный мультируль с обилием кнопок. Память сидений в трех режимах. Слева заполнены все кнопочки, ни одной свободной фишки. И там горный тормоз, система курсовой устойчивости, парктроники, кнопка открывания багажника, камеры кругового обзора. Обратите внимание, камеры кругового обзора, парктроники. Я сейчас к этой яркости, наверное, на всех автомобилях буду прикапываться. Но здесь куда лучше, опять же, чем в Lexus. Беспроводная зарядка есть даже. У меня уже новый телефон. Поле чудес целое. Ну вот, смотрите, да? Вот, беспроводная зарядка. Семиступенчатый автомат. Электронный ручник. Раздатка 2H4, H4L. В принципе, есть все в этом автомобиле. Ну, реально. Хорошая музыка. Кстати, музыка здесь у нас какая? Музыка Infiniti, да. Вот. Ну, сзади присутствуют шторки на стеклах. Сколько мы хотим за этот автомобиль? 2020 год, пробег 4248, выдвигающиеся пороги, максимальная комплектация. 3 300 000 рублей. Да. Уже есть следующий кузов, но следующий кузов еще не проходной. И вряд ли вы найдете автомобиль такого качества, не битый, не крашеный, в пакетах, с таким пробегом, в максимальной комплектации, еще с выдвижными порогами. Ну что, перейдем к заключению. Дорогие зрители, кто мы такие? Меня зовут Александр, я представитель компании Import Moto. Чем мы занимаемся? Компания Import Moto в первую очередь занимается таможенным оформлением импортных, экспортных, транзитных грузов, любой другой техники, мотоциклов, автомобилей и так далее.
Мы также занимаемся привозом автомобилей из Японии, Китая и Кореи. Скоро вам будем показывать автомобили из Китая, потому что заказы уже поступают, и там цены отличаются на новые автомобили, прям с салона. Минимум на 1 000 000 рублей меньше, чем они стоят у нас в России, во Владивостоке даже взять. Что я вам еще хочу сказать. У нас сейчас приходят, я обещал показать контейнера с мотоциклами. Мы их растаможим и покажем. Так как мы вывозили большое количество автомобилей, 5 контейнеров уже пришло, их уже раскидали. Мы обязательно заедем на склад к нашим клиентам, покажем мотоциклы. Ну а также покажем, как сейчас 6-й контейнер стоит на рейде на судне. Вот, и мы растем, мы развиваемся. Мы показываем вам сейчас автомобили не только под заказ, который возим нашим клиентам, но также автомобили, которые у нас есть в наличии. Я думаю, что через год, к следующему лету даже, возможно, либо через год, вы будете видеть у нас порядка 20 автомобилей в наличии, потому что, да, где-то присутствует у клиентов недоверие, но не хотите под заказ, можем вам предложить в наличии. Приезжайте, трогайте, смотрите, проводите там свои какие-нибудь экспертизы и все остальное. Пожалуйста. С вами был я, Александр, это компания Import Moto. До новых встреч. Впереди, как всегда, будет много чего интересного. Всем пока.